Всем привет! Если вы смотрите это видео по пальному каналу, с вами Дрейфуер. Всем здорово, с вами Лансер. И сегодня видосик по открытию билетиков. Мы решили не копить. Разбить на две части, так сказать. Слишком много билетиков, а у нас в день, когда мы записываем видео, показали новых персов пляжных, и я хочу всех. Поэтому, а у меня, сами видите, орбиков вообще нет. Ну а мне тоже. Для Кена, я, конечно, на следующий день, скорее всего, когда этот ролик выйдет, у меня будет орбис вот этих персов, вот, вайзардов, которые реснуты. Ой, да, кстати, у меня же тоже есть они. Все трое у меня. У меня двое есть. Я не там. Тут проще вот так сделать. Я не помню. Так далеко, вот столько персов ты... еще на аресу идет, ёлки-палки. Вот они все трое. Так. Маширо. Погоди-ка. Лав. У меня лава-то нет, оказывается. У тебя только один, что ли, роуз? Да, ты прикинь. Ну не один, в смысле, а шесть. Вот отстой. Роузов. Только да этого качать. Да, у меня все трое. Везуха им Маширо хочу. Слушай, а что она у тебя? А, у тебя по-другому. Да, я вот так сделал. Угу. Чтобы сразу найти их проще. Понятно. Короче. Итак, Лансер начинает, потому что у него в два раза больше открывать. У меня их нет. Ты тоже слил? Так мы 100 вместе их тратим. Извините. Да, они неинтересны. Короче, смотрите, вот столько у меня, столько у Вадима. У меня в два раза больше этих брейвов. Я начну с золотых, наверное. С золотых? Ну ладно, давай с брейвов, с обычных. У тебя их дофига, открывай. Хотя у меня почти весь прем уже есть. Ну, вот если какой-нибудь из этих упадет, а там может быть... Но не в этот раз. Давай я две, и ты одну. Ну, давай. Ну, потому что мне же два раза больше. Ладно, посмотрим. Опять. Там может вылететь Орихими, мы знаем, мы видели. И не только Орихими. Ну, я имею в виду от Орихими. Да. И дальше. Кто-то может вылететь. Например, здесь. Нет. Даже если три бабочки, то не факт. Да, бабочка ни на что не влияет. Ну, вроде да. Она чисто для красоты здесь летает. Потому что что с двумя, что с тремя, никогда нет 100% гарантии на перса. Гарантия есть только на перс, когда появляется анимация. Да, когда вообще ничего не летит, мне кажется, самый минимальный шанс. Давай, твоя очередь. Самое топовое, это когда у тебя трехзвездный, одна бабочка, и тут вот бац, улетает Айзен. Вот сейчас будет. Нет. Да что такое, мы уже сколько открыли с тобой? Я 20. 20, я 40? Да. 40! И ни хрена пока. И походу сейчас тоже не будет. Где наши жопа! Персы? Где персы, алло? Сколько открывать-то? Они что, шанс до 1% понизили? О, вот сейчас 5 звезд. Тут понятно. Давай, чуть ну, новенькая. У меня... Если в белое летит, то точно. Не точно. Не точно. Вот зараза! Не точно. Восьмой? Не точно, потому что это было у меня доказано много раз. Потому что у меня и три бабочки летело, и нифига. Даже в серебряных то же самое. Три бабочки в серое. Ничего. И в броёх такой был, и в витрине такое было. Ну, когда синглы открывал. Попробуем этот самый. Так что, у тебя до сих пор не СП здесь? Да, да, чё мне ролить-то? Так что, ребят, тоже, три бабочки не дают вам гарантии на 5 звезд. Гарантию дает только... О, yes! Сразу. Гарантию дает только вот анимация с персонажем. Это да. А бабочки? О, вот возможно, это я понимаю. Возможно, три бабочки увеличивают шанс. Но не блин, а почему у него этот самый стоит? Я же ему ставил ради другой аксессуар. Так, а тут у тебя сколько? Ты сейчас два раза открыл? Я не помню. Блин, ну давай я открою. Ну давай ты открывай. Я потом ему поставлю аксессуар. О, это вообще. Да, это самый... А, опа. Жопа. Шинжи. Дубль. Крутой зато. Да, да он... ладно, скипай дальше. Да. А вдруг? Да я открываю, у тебя дофига еще. Ладно, ладно, открываю. Только опусти нож. И пистолет убери. И ничего. Ничего.
Я иду дальше. У меня 43 осталось. У меня 42. Ой, 32. Во, вот сейчас будет 5 звезд. Это как пить, да? О. Я же говорю. Но это не гарантом, опять же. Просто везет. Кто это? Не знаю, я не слышу. Блин. Пузо. Пузо. Причем старые. Да у меня он есть, естественно. Тем более. Ты же давно резнутый 10 раз. Давай, я знаю, что ореха может дать и двух персов. Может. Но не дала. Давай, следующий. Да, я. Эх. Вот бы 5 охота звезд. Охота что-нибудь. Давай охота еще. 5, вот это 5 звезд. Ну, смотри. Я же говорю. Я же говорю 5. Везет. О, господи, опять дубль. А у меня его нет, кстати. Вот тебе бы не помешал. Мне бы, да. Бац, он сейчас падает, и 200 орбов сразу. Блин, а будет сегодня сразу в 5 звезд лететь? Не, будет нет. Только превращение у нас. Я хочу без превращений, чтобы сразу куча блесточек. Ты имеешь в виду вот так? А, нет. Нет, 5 звезд. Ого! Ни хрена! Два перса. Ништяк. От двух и более. Говно. А кто там еще? Ладно, там еще второй есть. Кто же он? Это он, да? Блин. Он у меня уже 6 из 5, ну то есть с СП-шкой даже. Жесть. Вот это жопа настоящая. Пипец. А где новые-то персы самые? А новых не будет. 20 еще. 23. Жесть. Вообще так ужасно. Да. Дайте мне Айзен. Вот. Сейчас 5 звезд будет. Блин, а хоть раз без превращения будет 5 звезд сегодня? Слушай, как это везет. У меня... Да, 5 дубль. У меня, реально, я серьезно говорю, у меня и на ролике так было, когда я открывал, у меня 3 бабочки и в серое, и не было 5 звезд. Mm-hmm. То есть это не гарант. Но это шансы большие, видимо. Ай, в жопу скипну. Скип, давай. Сейчас я... У меня последнее открытие. Ну, еще золото осталось у нас. Ебанумба. Десяточка. Вот это самое худшее, что можно. Последняя быть. Десятка. И останется еще 2. Последняя десятка, да. Не. Не. Вот если одна бабочка, наверное, 100%. Не, ладно, погнали, золотые. Да, еще откроем. 2. Ты еще 2, да? Не, я эти 3 оставлю, пусть там дальше купится. Ну и будет что-нибудь, превращайся, залупа. Столько золота. Да пипец, сейчас все это чистить, инвентарь опять. Да там легко. Ни одного нового, ни одного вообще. Опа. Сразу еще и 3 бабочки. И у меня 5 звезд. Интересно. Нифига. Зацени. О, нифига. Ну, у меня 5 габлик. Да, блядь, этот кинсей. Сколько он тебе уже? 10 из 10? Наверное. Какой же он ублюдочный, этот кинсей. Уже так задрал. Так, ну тут в основном золото. Офигеть, тебе новый выпал, да. Который только на витрине появился. Ме. Говнище. Ну слава тебе, господи. Да еще и ну, в линк пойдет. То есть да. Какой у него там киллер? Пустых. Он да? Дальний, да. Ну, посмотрим. Так, ну что, последний. Что, у меня последний остался. Давай, раз, два, три. Фух, ну хоть один, мусор. Спасибо. Давай, Берса! Нового только. Понятно. О! Понятно. Еще один новый. Ой. Это интересно. У меня аж фэпос просел, посмотри. Я все фэпосы растерял от радости. Хорошо, я эти витрины не открывал. Ну как, там по 150 вкидывал, да и все. Жесть. Я думал, это фиолетовый этот билет. Фиолетовый? Это сингл, не волнуйся. Фу. Жесть.
Не повезло мне. Да тебе вообще же. Ну, у тебя в два раза меньше билетов. Да какая разница, сколько их там. Так что... Может, с 1000 не упасть, а может и с 2. Сколько мы их копили? Месяц? Да, где-то. Ну вот, до следующего месяца. Еще, хотя я сейчас еще вот эти добью. Че... Ладно, уж добью до нуля, и с нуля будем опять. И же еще бац. Не. Мало шансов. А мне кажется, ты нажимаешь, там не появляется. Чего не появляется? Анимация. Где не появляется? Ну, типа, ты вот летит бабочка, ты нажимаешь и все. А. Ты считай, анимации не будет больше. Наверное. О, вот это вообще вот это самая жопа. Да, и там 3 Айзен появляется. Анимация. Да. Здесь все 3 персайд. Вообще. Слушайте, ну неплохо. Вот неплохо. Мне понравилось. Отвратительно. Где там у меня? Где там у меня? Чистилка. 5 звездные персы. Слушай, прям до. И главное, что новые. Ну прям совсем новые, я имею в виду. Да, оба. Причем. Только вон вышли. Сколько говна нападало. А вот это вот Теслу я продам, потому что он у меня. А я всех продам. Всех четверых. Ух ты, какой злой. Даже качать никого не будешь. Зачем? А никого, да? Да у них линки говно у всех. А Кинсея, ну-ка, у меня тоже не через 5 из 5 или, по-моему, 4 или 3. У меня он один из 5, потому что я всех продавал. Ну какой ты злой. Не, у меня 4 из 5 еще. У меня был бы уже давно 5 из 5. Сейчас бы атаку еще на 500 сделал. Мне он не нужен. О! Уже все, уже некуда качать. Он все, фуловый. Говна кусок. Ладно, сейчас. Нет, продать можно. Зато Айзену еще выбил. Да. Теперь он топ-линк. Не, смотри. Красные эти самые. Чпинь. Вот они. Раз, два, три. Еще бьяку надо. О! Наконец-то. Кому? Зеленому Айзену. О, наконец-то. Ништяк. Сколько я пытался выбить говно. Вот они у меня. Вот это еще можно. Не, видишь, тут еще одного бы выбить. И тоже будет круто. Будет супер топ линк. Кто? Так вот это будет. Вот этот Бьяку? Вот этот Бьяку, да. Круто. Вот такие пироги. Ну, если вы тоже там тикеты открываете, пишите ваши дропы, потому что интересно посмотреть, что народу падает и сколько они тратят на это орбов. Ой, да. Билетов. Это мы, конечно, посмотрим. А мы продолжаем собирать. Начинаем. Это была собирать. Первая часть видео по гипероткрытию билетов. Да, дальше будет, будет интереснее, потому что мы будем еще. Прям перед, я думаю, 22 да. июля еще откроем. После стрима почти. То, что накопим. Ну, смотря сколько накопим. Ну конечно. Да. Вот. А на этом мы заканчиваем наш видеоролик. Если вам он понравился, если это так, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Ссылочки все, что нужны, я для вас оставил. Да-да, и на мой зайдите, у меня там обзорчики на Зорген. Скоро, мне кажется, наоборот придется, чтобы от тебя ко мне переходили уже. Да, вот. Да, наверное, так. А, не забудьте, что с колокольчик тоже надо прожать. С колокольчик, спонсорскую подписку. Спонсорскую подписку. Там второй. На экране появился. Вы можете видеть людей, которые уже это оформили и поддерживают канал. Я им очень за это благодарен. И вы можете это сделать тоже. Будут у вас хорошие бонусы на первом уровне и еще лучше бонусы на втором. Еще у вас будет больше бонусов. Вот, ссылочка в описании и около кнопки подписаться. Ну или подписка оформлена. Все, с вами был Дрейфуэр и Лансер. Всем удачи и всем пока.